take this head on. Soon I'll come around, lost and never found. Ну все, я намесил. Ну-ка. Наш стол. Намесил, вы смесил. Подожди. Нормально. Нормально. Второй неси. Хлебушка, забыли? Ну слушай, Сань, ты как будешь? Тебе шот нужен или ром? Или шот, или второй шот, или третий шот, или шот, или шот, как? И тебе намешать? Мне и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого, и восьмого. Понятно. Ищем третий шот. Блядь. Так. Так. Так, так, так. Делай годний контент, чтобы создать новогоднее настроение. Привет. С новым ро. С новым роки. Слов не выговорил. Анбоксинг. О, халявные салфетки. Че это? Ее медом что ли полили? Вот это сейчас это опасно! Супер крутые штуки пепельницы. Нормас. Ну то тут. Хреново. И это все? Тут ты видел этот. Вот еще один. Ой-ой-ой. И вот еще один морс. Блин, вот такой, вот смотри, вот такой выход запороть, а. Вот, по-моему, они. Нет, не точно. Нет, не они. Вот что это? Слушай, можно из помойки достать. Оу! Наливай! Лили.
Пусть становится краше и привлекательнее. Краше и привлекательнее. Привлекательнее. Блин, опять пить вино. Улицы 17-м годом. Да, быстрее. Хуй ты так медленный, а? Все хорошо, хорошо. Ты еще сильнее наклонил. Гашан пишет: Новый год, женяшечки. Давайте покажем, какие мы все дружные котики. И все напишем с Новым годом, кроме Васи, он пидорас и хуй. Вот это вот выдержано, да. Ну чё, чирс? Ну чё, ура, товарищи. Хэппи бёзды. Хэппи бёзды, планета. Блин. Куда-то, ну чё? Па-па-па. Ветер свищет, а в Марине собрался совет. Все они бандиты, воры, хулиганы. Пиво, тихо, бандит были черти, Дед Мороз. Сваливается. Торчал топор. Эх! Официант, юночки! Это что такие, юночки? Не, давайте наши стаканы! Прибыла в Одессу Лада из Ростова и средила губчика. Кичен, 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 кичен. Дорогую жизнь она вела. Ладно, продолжаем поиски нормальной версии Мурки. Киц, киц, кица, кица, мур, 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 мур. Это наверное, наверное. Во! Нормально! Сейчас пойдем. Прибыла в Одессу, падали с Амура. Даже злые урки, и все боялись мурки. Простую жизнь она вела. Ты мой муреночек, Мурка, ты мой козленочек. Вот пошли провалы, начались облавы. Много стало наших пропадать, чтобы за измену покарать. Пистолет поставит. Моя оборона, лишний зайчик стеклянного клана. Привет, база. Ребят, поздоровайтесь на прямой связи с Санкт-Петербургом. Что такое Санкт-Петербург? Ну это город. Город, а, это там, где Петр? Ульяне привет. А-а. Привет, Ульяне, кстати. Я давно хотел передать ей привет. Да и от Потватова, от бывшего Потватова. У кого-то тут был бывший Потват. Ладно, все. Суета. И возвращаясь к теме. Объективной возможности этого не было. Хотя
действовать мы могли. Но тогда вопрос, почему не действовали? Было не до конца понятно, зачем действовать. С кем, то есть, с чем мы боремся, не ясно. Хуясно. Кажется, праздник кончился. Шурик, праздник кончился. Хули так святого? Андрей. Праздник кончился. Кончился. Кажется, у тебя праздник кончился. Ты пока тут постой. Курить. А ты будешь курить? Нет, не курю еще в ответ. Там человек, который тортиком закусывал, просто хреново, он сожрал кусок мяса, 3 литра шоколадного молока выпил. Таз оливье сожрал. 3 литра мяса, ёлки. Чего? 3 литра мяса. Огромный кусок шоколадного молока. Ты комок с рисом. Да блин, у меня в голове комок с рисом. Поэтому она и тяжелая. Не хуй жрать. И насчет роллов. Самые вонючие роллы в магазине сушивок.